Ассаламу алейкум всем, дорогие друзья, меня зовут Иман, и сегодня я познакомлю вас с одной мечетью города Стамбул, а именно я собираюсь снять целую серию видео о мечети Стамбула, всего их будет 99, иншаллах. Я хочу начать с этой мечети, для меня она занимает особое место в моем сердце, поэтому я решила начать именно с нее. Эта мечеть находится в районе Üsküdar, и она принадлежит университету Мармара, богословскому факультету. Она так и называется. Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinin camisi. Внизу находится конференц-зал, также находится столовая, где можно поесть. На этом месте стояла мечеть факультета богословия университета Мармара. Но так как она была сейсмически неустойчивой, в 2012 году ее снесли. И на ее месте появилась вот эта мечеть, которую вы сейчас обозреваете. Она была построена в 2015 году. Общей площадью около 7000 квадратных метров. Сам потолок купола вы увидите, когда мы зайдем вовнутрь. Выполнен в старинной архитектурной технике Кырлангычтамантекнии, техника ласточки. Это достаточно популярная техника в Средней Азии. А также фрагменты здания и украшения стен напоминают раковину наутилуса. Это разновидность моллюска. Мы прочитали намаз и уходим из мечети. Я расскажу подробнее. Снимать обувь при входе в мечеть является обязательным. То есть это не следствие каких-то традиций какого-то народа. То есть это обязательно. Поэтому, когда входят люди в мечеть, обычно либо есть специальное отделение для этого, для того, чтобы вы оставили обувь, либо вы можете сами взять с собой какой-то пакетик или... Если боитесь за сохранность обуви, как бы, да, не все забирают свою обувь, некоторые ее оставляют, но мы живем как бы не в Дубае, не в каком-то таком государстве, где очень сильно наказывается воровство, поэтому старайтесь это делать так. С другой стороны, значит, чем мне интересна именно эта мечеть? Кстати, я покажу вам сейчас очень интересная вещь. Из-за того, что в Стамбуле и в Турции в основном летом и вообще в течение года очень тепло, люди часто моют, то есть берут омовение на улице. Сейчас я покажу, как это выглядит. Вот так вот это выглядит. Здесь можно взять омовение, когда тепло. В принципе, здесь вот есть и скамейки. Вот. Но самое интересное то, что эта мечеть не заканчивается просто мечетью.
Обычно в мечетях есть какие-то подземные выходы, входы-выходы в Турции. Вот здесь вот мы увидели еще во дворе мечети красивые два котенка. Да? Саляму алейкум, привет! Чему щелочки? Скажи, я тут греюсь на солнышке, да? Один серый, один белый, два веселых котейка. Чем мне нравится эта мечеть? Она очень сильно напоминает мне мечеть в моем родном городе Самара в Российской Федерации. У нас там была на Старозагоре, на улице Старозагора была мечеть, она и сейчас есть, соборная Самарская мечеть. Она была построена в начале 2000-х годов. Я ее очень сильно любила и люблю. Для меня она особое место имеет в моей жизни. У меня там детство прошло, очень много воспоминаний, такие теплые. И именно вот это вот место, говорят же, что есть место силы. Вот та мечеть, она для меня является местом силы. Я не знаю, почему вот именно вот эта мечеть факультета Богословского университета Мармара. Кстати, я тоже училась в университете Мармара, вот, но не на факультете богословия. Для меня эта мечеть какая-то особенная. Во-первых, мне очень нравится ее расположение. Тут рядом находится метро Алтунизаде, и как бы очень близко она находится к метро. Также здесь рядом находится торговый центр. Это тоже удобно, в общем. Она красивая, она новая, она современная. Она вмещает более 3000 человек за один раз молитву. И, конечно же, сегодня пятница, но я пришла специально после молитвы Джума, после пятничной полуденной молитвы, для того, чтобы немножко показать, чтобы не снимать людей. Сейчас я покажу немножко грустное место. В каждой мечети оно существует, вот, но как бы все мы с этим когда-нибудь столкнемся, поэтому я просто покажу. Вот этот дворик, он называется Авлу. Здесь кладут вот на вот эти вот постаменты кладут тело усопшего человека, и сзади него становится имам, и далее сзади имама становятся люди и читают специальную молитву перед тем, как похоронить человека. Если вот помните, здесь даже есть отголоски коронавируса, пожалуйста, здесь написано «social mesafinize korunus», то есть 1,5 метра, социальную дистанцию соблюдайте. Такое было тоже во времена коронавируса, даже какое-то время мечети закрывались, вот. Ну, вот так вот, такая вот замечательная, красивая мечеть, очень такой современный стиль, с одной стороны, с другой стороны, она похожа на какие-то вот картинки или турецкую больше архитектуру, то есть она, мне очень нравятся вот эти кипарисы вокруг. Вот, зелень, она какая-то очень, вроде бы находится на открытой местности, но в то же время она очень уютная. Она вмещает много человек, но она не является какой-то, знаете, когда вот заходишь в помещение и просто теряешься в нем, она не такая. Сейчас мы с вами спустимся на лифте, можно это сделать внизу, обойти, я сейчас посмотрю, как сделать это лучше. На лифте, в принципе, тоже можно спуститься, я, наверное, сделаю это не на лифте. Я покажу вам, как зайти внизу. Внизу здесь находится библиотека Богословского университета, а также здесь находится, по-моему, конференц-зал для студентов, так как это факультет богословия. Здесь очень много, кстати, студентов. Вот, я могу очень многое рассказать. Если будет интересно, пишите, пожалуйста, вопросы любые, постараюсь ответить. Ислам – это такое очень, с одной стороны, очень личное понятие, касается каждого человека. Вот я вижу, одна чайка сидит. Вот. С другой стороны, об исламе очень много стереотипов, об исламе очень много такой западной пропаганды, я бы даже сказала, американской пропаганды негативной. Ну, а Аль-Барака – это банк, я не помню какой страны, но это банк, и, видимо, это какая-то выставка. Также вы здесь можете увидеть, видите, китаб, кахве написано, кахве – кофе, китаб, понятно, книга. Там, видимо, студенты могут что-то поесть, перекусить. Здесь же развернут вот
пункт по сдаче крови. Здесь огромный просто кафетерий. Давайте посмотрим, что там есть. Внутри здесь можно обнаружить магазин книжный, где вы можете, в принципе, приобрести канцтовары. Здесь очень много литературы именно на исламскую тематику. Я сразу скажу, что я не читала никогда турецкие книги по исламской тематике, потому что я не доверяю. Как известно, в Турции очень много разных направлений религии, религиозных. И я как бы не приверженец. Я никогда человека, конечно, не буду ни винить, ни уговаривать, но у меня свои взгляды, и я стараюсь придерживаться тех имамов и советов тех имамов, которым я доверяю. Ну, книги замечательные, очень красивые, здесь можно даже посидеть. Посидеть можно. Хадисы вот, пожалуйста. Так вот интересно. Здесь можно выбрать себе книжки, здесь в основном тематика, хотя разные, нет, вот здесь даже есть Хаджи Мурад Толстого, так что здесь можно найти Толстого, Гёте можно, Ницше есть, и здесь классика тоже есть, но есть очень много интересных таких вот журналов тоже на религиозную тематику, которую вы, наверное, не найдете. Ну вот, наверное, такой мерч тоже. Это Мармара или Ахилиат, факультет богословия. Интересные такие вот штучки. Это все вот в турецком тоже стиле. Сувениры с цитатами стихов из Корана, с цитатами сур. Вот. Ну, здесь мне ничего по вкусу не пришлось. Если мы спустимся еще ниже, на этаж ниже, здесь есть эскалатор. Вот у нас остается слева этот магазин с кафе. Здесь у нас очень такое большое пространство. Кстати, вот вход в мечеть. Вот вход в мечеть, в которую можно также зайти. Ну и самое интересное, что я не смогу, наверное, показать вам, хотя постараюсь, туалет, потому что особо ничего такого интересного нет. Здесь есть вот семинар салону. Такой вот большой просторный холл внизу. Также здесь вход есть в мечеть. Опять-таки, то есть мечеть, это вот по правую сторону сферообразная. Тоже зал, один из залов. Здесь какая-то есть картина, или это полотно, или это вышитый ковер. Сейчас посмотрим, что это. Равза пердесы. Султан Решат Турасы Ташен Равза И Мухтахара пердесы. Сайин Рахми Коч тарафиндан мерхум Мустафа Коч анысына Мармара Университеті İlahiyat Fakültesi Camisine hediye edilmiştir. 2016 году. Свечивает, но очень-очень-очень красиво. Сегодня я хочу закончить свое видео одним из имен Аллаха, и это имя Ас-Сами, что значит слышащий. То есть любую мольбу, которую вы произнесете, обязательно Всевышний вас услышит и, иншаллах, даст то, что будет вам благим и хорошим. Увидимся с вами в другой мечети прекрасного и старого города Стамбул. Надеюсь, что очень скоро. Берегите себя!